Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Play. Мы продолжаем проходить It Takes Two, и продолжаем мы, соответственно, с того же места, откуда мы в прошлый раз, точнее, там, где мы закончили. Поехали, лодка, стрелялки, кто как бы... Так, как стрелять-то? Вали корабли. Так, плывем, не стой на месте. Плывем, плывем, плывем. Левей, вот этого добьем. Отлично, все готово. Че? Поверни. Все, плывем. А ты с своей пушки стреляешь? Да. Так, стреляй, левей. Правей. Пингвин. Да нет, давай не будем. А? Пирахнем пингвина? За что? Так, там у нас вон шапка ждет пиратская. Сука. Ага. Притормаживай. Карш. Получай, сраная осьминожка. Так, ну, как я и говорил, здравствуйте, босс. You have such beautiful arms. Do you work out? Please let us go. Отпустил. Так, ну. Поехали. Так, это нахуя раскрутил тут вот эту вот воронку? Ай, надо эту. Да нет, не его. Ага, теперь в него. Гигантский осьминог. Так, слева. Как тут? Ты не кажется, что слишком просто? А, и он сейчас... Утка? Так, да просто, короче, крутимся и стреляем без разбора. Блять, нет, 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 нет. Хитрый, блять, осьминог какой, сука. Так, поехали. Слева. Понятно, да? Плывем. Дай. Вот этих. Сейчас. Ага. Давай. И вон ту херню надо взорвать. Ага, теперь давай его завалим нахуй. Да хер с ним. Слева. Заодно и ту завалим, давай. Ага. Так давай шупальцу. Ты пидорас. Мы ж прям только повернулись. Давай, давали ему. Даже что-то говорить ничего не хочется про этого босса. Поехали дальше. Мы с прошлого раза так и не научились правильно управлять. In the real world, it was cute, and did not try to kill me. Поехали. Будем предполагать, что работает именно так.
Какой-то очередной мир. Утки. За что? Цирк. Любишь клоунов? Никто не любит клоунов. Так, и... Ну, блядь, мы приехали в цирк. Замок там написано. Здорово. Hey. The bridge is only lowered for visitors to the castle. Oh, good. We are visiting the castle. Are you here to see the queen? No. We're here to see the elephant. Which elephant? Cutie. The elephant over there. But that's the queen. Huh? Oh, God, that's right. Yeah. Rose gave the elephant a crown. You know, a queen's crown. So Rose made the elephant into a queen? Yeah, I guess so. It's her favorite toy. Oh, perfect. So now we're killing a queen. Pardon me, killing who? No. She said killing. Yeah, chilling with the queen. We are really looking forward to chilling with her, right? I see. Well, all visitors must prove themselves worthy of an audience. Он челось, блядь. Queen. Get a ball over there. And use it to pop the balloon. And then you will be granted access to the castle. Great. Thank you. Yeah, let's go pop that creepy balloon. Так, ну чё, полезли. Ну ты поняла, короче. Жди. А мне, наверное, что-то дальше делать. В смысле, не успела? Ах, да. Так, и что дальше? Мы прошли дальше. Да. Что, блядь, здесь происходит? Нет, не хомячком нужно, короче. Вот сюда, потом туда, сейчас подожди, а потом я хомячок. Так. Так, я побежал. Да беги ты, блядь. Да. Так, я перехватил. Иди дальше. А я не знаю. Посмотрим сейчас. Так, сейчас. Но нам нужно туда, где этот. Где тюлень. Ты как там? Ну так залезай. Не, назад. Хотя ладно, я сам стрельну. Наверное. Так и как? А стрелять-то как? А стрелять нечем, да? Я с красной крыши залез. А, я понял. Я запрыгиваю, а ты стреляешь вон чё. Ну вон стой. Со второй. Не с зонта, а вот после слона идет, которая.
Вот с нее. Там скоро прыгать. Да, да. Я в пушку полез. А ты меня, короче, за... Подожди. Я еще прицелиться не успел. Да. Там вон, видишь, мишень? Тебе нужно запустить тогда, когда... Она закрывается. Когда она откроется. Давай. Недолет повыше. Настройку баллистики, давай. Десяточка. Теперь в решетку надо попасть, блядь. Как это сделать? Я же застряну. Ну-ка, давай. Так, повыше. Давай. Может, ты запрыгнешь? Ну, ты потоньше, типа. Прыгай на Y. Все, сиди, ничего не трогай. Я там настроил. Нет, не пролетаешь. Так. О чем прикол? Ну так придумай. Да. А ну-ка запусти. Так, сейчас. Давай. Сука, я сейчас и как. О. Да все уже, все мишень перебили. Попасть на кабинку. Так. И... Ты поедешь на велике, я так подозреваю. На моноцикле. Если сказать правильно. Не знаю пока. Давай. Блять. Упали мы. А как его держать? Мне показал ЛС. Да нет. Потихоньку езжай, а то назад-вперед нету. Да. Влево-вправо тоже. Левей. Ага, ага. Ебучий шар. Ну почти. Ебать, цирковый акробат. Так, что дальше делать? Так. Так, вешайся. Бери. Блять, сейчас. А я, видимо...
мысли. Держи. Качайся. Ага, стой, жди, сейчас я на другую сторону переберусь. Как это, в цирке? Они там это, перекидывают друг друга, сейчас я тоже. Да залезь ты наверх, толстый, блядь. Давай. Я... Прости, я это, цепляю его. Его надо было на Y, я на RT нажимал. Раскачивайся. Да? Да, блядь. Ты слезла и камера перелетела. Блядь. Ну теперь прыгай по шарам, получай вот за это. А? Как тебе? Как тебе месть? Так, мы взяли шарик. И куда его? Куда-то его заряжать надо. Бля, по шарам прыгать, серьезно? А почему он взорвался? А я еще двойным не могу прыгать. Я на месте. Так, и чё? Сейчас нам стало рогатулину запускать. Так, нам надо в шар стрельнуть. Так тебе надо, ебучий клоун. Так, где наша это? Пойдем. Наш транспорт. Ну это такое что-то вообще несложное было. Типа что это за поверхность? Да нет. Давай, 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 давай. Бля, серьезно? Она так не заехала бы, это 100 пудов. Нас поздравляют, мы к королеве приехали. Наверное, почти. Чего? Я говорю, до конца не достроил. Ворота где-то неподалеку. Там... Там... Да ёптань, ты чё проседаешь? А нельзя на конях поскакать? Так, ну ладно, пойдём. You and Rose built all of this? We sure did. It's not bad, Cody. Not bad. All right, buddy, let's get you out. Бля, чувака из клея спасал. А это он же. Он из одного клея в другой прилетел. И в, и в третий. Может, что-нибудь даст? Не, бесконечно, пойдем нахуй. Нахуй его. Я в дырку зашел, да. Нам же, по идее, наверх надо залезть. Есть идеи? А он же это, она упала и разрушилась. На самом деле в этом не уверен. Наверху.
ее. Это что такое? О, я на барабане. Тоже на барабан иди. Ну вон, видишь, я прыгаю на барабане. Так, тут какая-то штука. А, сейчас. Подожди. А, тут это... Я понял, что надо делать. Иди сюда. А, так. Ты давай сейчас будешь влево-вправо, а я буду вниз-вверх. Давай, правее, правее. Не, нам нужно этот сбить. Это не отлево. Еще правее. Нет? Нам нужно дверь вынести. Давай, собьем. А нижняя опускается. А, во. И куда его? Разъебем все, что тут дочь построил. Давай. Так, а теперь мы можем раз это? Подожди, может его... Отмена. Hey, во, 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 стой назад, назад, назад. Вот, сейчас шар крутит, видишь? Во, 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 выходим. И надо теперь в шар запрыгнуть. Я на месте. И, видимо, мы его сейчас раскачаем вперед-назад. Давай назад. Назад. Вперед. Раз. Откуда у ребенка шар для боулинга? Еще разок. Босс. How dare you insult Cutie the Third, Queen of the Magic Castle? In short, Her Majesty. Oh, yes, we mean Her Majesty. Can you take us to her? It's kind of urgent. The Queen does not grant audience with peasants. Peasants? Whoa, whoa, back up. Who are you calling peasants there, buddy? Okay, I built this castle. All right, I even came up with the name Magic Castle. So if it wasn't for me, you wouldn't okay, even okay, be... Okay, behave! Excuse my underling, ma'am. Underling? Underling, yes. We are messengers from a land far, far away. We come with a very important letter for Her Majesty. Hand it over. Кого её? Well, we need to see Her Majesty in person. Hmm, why? Because they wanna kill the queen. Сука. You speak the truth? Of course, I never lie. I'm Dr. Hakim, Book of Truth. At your majesty's service, Cutie Elephant the Third, Queen of the Magic Castle. Лапка третья. Stop sucking up. Don't listen to him, all right? He's crazy, loco. He's lying. Oh yeah? Then why don't you show the letter to Her Majesty, huh? Maybe I will. Okay, so the thing with the letter is it's kind of complex. Aha! Exactly. Because there is no letter. Case closed. Boom! Сучья книга, блядь. И? Все, нас в тюрьму бросили. Блядь, унитаз с глазами. This great in years. Oh. Oh, gosh, Cody, why did you build prison cells? Well, because all castles have prison cells. Sorry. Then make up the rules. Hey, anyone hear us? Hello? Либо ты легкий унитаз размером. Well, lucky for us. Тебе не кажется, что мы где-то такое видели? Помнишь? Забыл, как она называется. От этих же производителей. Мы тоже там играли.
Да, побег из тюрьмы какой-то. Wait, wait out, по-моему. Там они как раз так же через толчок и убегали. Just turn right here. Gods! Over here, quick! Come on! Чего, бля? Маскировка. Ну такая вся стража на самом деле. Нормально, я маг. У тебя меч глянь огненный. Как глянь, вид сверху как РПГ. Подожди, стой. А, как стрелять-то? Б. X, А. Так, ну чё, погнали. Телепорт. Проходи через дверь. У меня есть телепорт. Так, чё? Рывок. Рывок. Так, ну-ка ещё. Пошли. Разноси их. Да и всеми подряд. Так, а там что сверху? Ничего. Там смерть. Пойдем. Не ходи туда. Нормально у тебя, если так. Пожалуйста. Ой-ой-ой, там снайперы. Нет. Иди. Ты где? Ага. Я если что прячусь от них. Убей их. Ай-яй-яй-яй. И как мне к тебе попасть? Понятно. Теперь назад. Так же, как и сюда. Ну да, по-другому никак. Так. Идем за мной. Желательно побыстрее. Все. Куда сюда? Ух, так. Я убегаю. Шары какие-то. Что за хуйня? Ебашу. Завалили. Сука. Да вон он. Я могу только на дистанции вот так. Живу. Так, он опять куда свалил. Блять. Блять. Ай.
Вали его, вали его, суку. Так, там еще один этот. Да пытаюсь. Да вроде все, да. Там опять дальше махач. Бля, зачем я нажал это? Вот. Ага. Вроде завалил. А сундуки, кстати, можно ломать. Прикрываю тут. Никогда не любил за мага играть. На Y можешь нажать. Все, вали их. Хорошо. Так. Не-не, ты ее не сломаешь. 100%. Нужно пробегать. По комнаткам, вон, забегай в комнатку, потом... Сука! Ой-ой-ой-ой-ой! Помогай, помогайте! Тут босс. Ну, типа. Ну, был, типа. Я его заморозил. Так. Пройдем вот тут. Тут еще, сука, засада сидит. Пойдем. Я всегда знал, что это кровожадное. Не надо. Пойдем. Погнали. Блять, кружится еще. Блять, простите. Ты что? А, мы вместе умерли. Да я на тебя смотрю, блять. Зеленым. Так, я здесь. Я ж маг. Я от него только убегаю. Завалили. Так, куда нам дальше? Хер бы с ним. Ну, пойдем завалим его. Раз он там был. О, побежали. Так, главное это... На льдинах не дерись, а то они взрываются. Тебе двух ходит. Ага. Ой, какая ответственность у меня на плечах лежит. А чё из них ништяки не выпадают? В РПГшках выпадают ништяки. Ну, прикольно то, что они сделали такой вариант прохождения еще уровня. Блядь, застрял. Короче, забей на нее и побежали. И на всех остальных забей. Вообще, пофигу на них. Пробегай с ускорением. И дальше вниз.
Сломай стену, она их сама крошит. Так, я сейчас через портал, а тебе через рывок. С эту супер навык наконец оставь, мы там как раз эти батарейки поломаем. Блять, бля, бля, встань. Жим. К стене. Ага, ага, ага. Так, валим, валим. Хуяк, хуяк. Во, давай. Ломай вот эти штуки. Еще одна. Сучара, ебучая кукла. Вот. Они потом удивляются, почему. Отсылка к Терминатору. Так. Они удивляются, что у них ебанутая дочка. Пошли. Как дела? У тебя с... Ой-ой. А почему на меня-то? Я не знаю. А, все, я понял. Его нужно, смотри, видишь? А, вот да, 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 да. Встань у цепи. И в последний, как он подбегает. Вот. Цепи. Если что, я как как истинный маг улепетываю. Этого лучника убей, он, блин, мешает. Так, напротив цепочки. Хорошо, теперь его надо это сюда свалить. Это супер удар. О, о, валим его, вот эту хуйню. Давай, давай. Ага, и с другой стороны. По руке. Бля, я упал. По рукам его бей. Давай по двум. Ага. Фу. Напряженочка. Шахматы. Because I don't have the time. Plus, it's not a toy. You know, it was my grandmother's. Yes, and I think she would appreciate that it's actually being used. Oh, no, now what? Oh! Oh! Шахматы играть? Come on, Ponce! Let's dance! Подожди. Аккуратнее, имей в виду, они ебанутые. Они, короче, стреляют, так как они ходят по доске. В смысле, конь так не ходит, не пизди. А как это? Ах, вот оно как. Чё происходит, блядь? Происходит какое-то месиво.
Я думал, тут сейчас настоящий шахматный поединок будет проходить. Где там суперудар не набрался? Набрался. Вали их нахуй. Давай. Добивай их нахуй. Лошади. А чё они не умирают? Понятно. Вот как надо в шахматы играть. Разъебать их просто. Well, you should know. You built it. Oh, yeah. You're right. Oh, yeah, I remember. Потяни за хвост. Boom! There you go. See? I know what I'm doing. Бля, все. Great! There go our magic outfits. How are we gonna kill the elephant now? I don't know. Wait a minute. Right, I color-coded them the opposite way around to fool intruders. What? Worked, right? It's actually very smart if you think about it. Yeah, really smart. Just got fried. Он перепутал рычаги. Сам сделал, сам перепутал. Oh, still gonna miss my outfit. Она злобная слониха? Но пока она говорит тю-тю-тю. Greetings, your majesty. Hello, you don't need to bow. I'm Cutie the elephant, Rose's best friend. Do you want some cookies? I actually love cookies. Cody, you're not here to stuff your cookies. Let's just do this. You sound unhappy. You can tell me what's wrong. Да. That's what friends are for. No, nothing's wrong. It's great. Everything's like super great. Well, I can see you're not happy. You need a hug. I kinda do. Oh. Cody, what are you doing? Let's kill her. Why do you kill me? No. We don't wanna kill you. We just kinda have to. Just a little bit. But I'm Cutie, the loving elephant. I love Rose. Да, не родители года. Беги. Как же это отвратительно. Какие же вы отвратительные, блядь. Escape. Давай, ты спрячешься. Как этот спасательный шаттл не сработал. Че, типа, догоняй слониху? А, стой, это автомат. Подожди, ты уйди. Давай. Сука. Лови ее. Ты на центре, короче, стой. А я буду по этой, и потом прыгнешь, если что. Давай. Блять. Нет, нормально. Стой, не двигайся. Так, опережу ее. Давай. Блять, нет. Сука. Я знаю ее маршрут. Нет. Надо было по центру поставить. Сейчас, подожди. Так. Ниже. Она там проходит, вот как она пойдет там.
Чуть заранее прыгай. Давай. А, суча, слониха. Сейчас мы тебя будем убивать. И убивать слониху. Я не хочу брать на себя один ответственность за это. Нам очень жаль. Я тут это. Не оторвали ногу. Ебать, просто звери. Она плачет. Давай, иди, я не хочу один это заниматься этим. Потащили ее. К краю, с обрыва ее нахуй скинем. Нет, не надо нам твои печенья. Нам нужны слезы дочери. Мы, блядь... Ты чё? Беги к ней. Ёб твою мать! Ебать, это шанс самая жестокая игра, блядь, которую я вообще видел. Пиздец. У меня все это, сердце крови отливает, с моей ухо оторвали. Все как в тумане, конечно. Все, теперь... Попрыгать через скакалку. Блять, ты глянь, она ногой ей в глаз тычет. Ебать, просто зверь, садисты. Не отставай, а то выглядит, как будто я больше всех хочу убить слониху. Музыка печальная. И ухо бы сбросили, типа. У нее еще ноги там нет. Я тебя починю. Она даже плакать не собирается. Нет, плачет. Только вы далеко, уёбки. Вы довели свою дочь, блядь, до слез. Ебать, какие мерзкие. Мерзкая сцена. Начиная с убийства слонихи. Вы просто так убили слониху. Вообще вы заслужили это. But,
Тут мне подсказывают, не слезы нужны, а намерение должно быть. Ну, типа, да, объединиться. Listen, dear mom and dad, I'm sorry that I did this to you. What? I know how to make everything good again. All you have to do is, I think this is it. This is the answer. Go on, how do we break the spell? All you have to do is, whoa! Вам просто надо, не дочитали, что надо. You're not ready for it. To work this letter, you must work together. You must fix your relationship. No, you idiot! Thanks very much. You just ripped up our only ticket out of here. Yes, I did. Into four pieces. You put them together, you get the answer. Понятно, короче, он порвал письмо на четыре части. О, сам ребенок плачет, если что. We don't. Yeah, because she is never at home. Excuse me? I'm working for both of us. I can't be in two places at the same time, can I? Oh, unless you want me to clone myself. Clone yourself? Oh, please, don't be ridiculous. You think time is limitless. That's ridiculous. You have no sense of time. Aha! Cloning and no sense of time. Good insights. We're making progress already. Great! Get ready! Ой. Любовная, блядь, терапия. Куда это? Какой-то поезд. Очень долгая катсцена. Ага, новая способность. Понятно, новые способности. Это я? Бля, заебал книга, иди отсюда, дай поиграть людям. Удача. Спасибо. А, нужно ввести фигурки. Ладно, этим. Book said we have to make the two meet. So what? Let's just do it. We need Rose's letter to break the spell. Все, на этом мы на сегодня заканчиваем. Продолжим в следующей серии. Плейлист игры в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео с своими друзьями. Ставь лайки и оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.